Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня великолепная новость для любителей халявы и для тех ребят, которые просто играют в танки. Потеть не придется однозначно. К этому вернемся через пару секунд, но для начала я приглашаю всех вас на свой Discord-сервер, на котором вы сможете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам. Есть разделчик новостей игры, там где публикуются новости о нашей с вами игре сразу, как только они появляются в официальных источниках. И есть отдельно раздел новости канала, где вы сможете найти полную хронологию выхода видео и таким образом отслеживать, что вы уже смотрели, что нет, чтобы ничего не пропустить. Кроме того, ребят, приглашаю всех на канал становиться официальными зрителями постоянными моего контента. Подписывайтесь на каналчик по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моего начинания и в попытке реализовать мою мечту. Ну а теперь, что касается самой новости. Все банально просто. Нас ожидает новое игровое событие под названием «Поход за трофеями». Среди наград, которые вы можете получить, 50 серебра, 15 сертификатов по X3 и 3 контейнера с кастомизацией. Что необходимо будет делать? За отведенные 7 дней вам необходимо будет победить 50 раз. Я не думаю, что это уж так сильно много для того, чтобы забрать себе все халявное. В принципе, просто играй. Даже если ты не доберешься прям до всех 50 побед, то максимум того, что ты потеряешь, это ты потеряешь 2 контейнера с кастомизацией. Но X3 все-таки забрать у тебя получится. Что касается самого события, когда оно будет проходить, все очень просто. Данное событие начнется у нас, ребят, с 8 мая и продлится по 15 мая. То, что мне известно, это то, что данное событие будет проходить вроде бы как на обоих серверах. Но данная информация не является прям совсем точной, уточнюсь и обязательно еще сообщу. А на данный момент у меня все, готовимся к все новым и новым приключениям в нашей с вами игре. Всем благ, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!